Всем добрый день, с вами Тарас Благовещенский. Надеюсь, у вас все хорошо, здоровья вам и вашему дому, а я постараюсь посодействовать в этом. Сейчас будем заниматься растяжкой, ну и без лишних приготовлений давайте начинать. Садимся ровно с прямой спиной. Выравниваем дыхание, можно закрыть глаза. Спокойный глубокий вдох. Спокойный глубокий выдох. И еще делаем вдох. И выдох. Дышим в своем режиме спокойно, ровно. Наклоны головы вперед-назад. Раскрыли шею вперед и назад. Влево-вправо повороты, подбородок параллельно полу, мягко-мягко вытягиваемся макушкой вверх и чуть помогаем себе телом. В одну сторону скрутились, а аккуратно, не спеша, в другую. Хорошо. Ухом к плечу. Потянулись в одну сторону и в другую. Расслабляем шею, поясницу, лицо. Хорошо. Повращали головы. И в обратную сторону. Хорошо. Подбородок на грудь. Руки на затылок. Ладонь на ладонь. Обязательно вытягиваем макушку вверх. И чуть потянуть руками себя вперед. То есть не надо давить сверху вниз, а вытягиваем больше себя вперед. Мягко-мягко. Теперь сопротивляемся затылком. Давим затылком на ладони, считаем до 10 про себя. Делаем вдох, опускаемся еще глубже вниз. Подтянули шею. В
Хорошо. Рукой вернули голову в центр. Теперь наклон в сторону. Я наклонился влево и левой рукой пальцы на ухо не кладу вокруг и также вытягиваю себя чуть в сторону. Подавите на ладонь до 10, считаем. И расслабились еще глубже, помогаем себе рукой. Рукой себя вернули голову к центру. Сторону наклон, рукой сверху, вытягиваем себя в сторону. Подавить на руку. И еще раз расслабляемся и вытягиваем шею. Хорошо. Рукой вернули голову к центру. Еще несколько вращений. И в обратно. Хорошо. Руки перед собой, пальцы к себе от себя. Вращали кисти. Вы можете закрывать глаза для того, чтобы больше концентрироваться на теле. Рука вперед, пальцы вниз, чуть выше пальцев, себя берем второй рукой и плечо толкаем вперед, вытягиваем запястье. Поменяли другой стороной. Также плечо толкаем от себя. Хорошо. Поменяли другая рука. Чуть выше пальцев берем, толкаем от себя. Тыльная сторона ладони на ребра. Опускаем локоть вниз и к центру. Опустите обязательно плечо.
вытягиваем плечевой сустав. Та же рука за голову, потянул себя за локоть, старайтесь голову не наклонять вперед сюда. У кого так не тянется, можно руку на плечо дальше вывести. Другая рука, тыльная сторона ладони на ребра. Опускаем руку вниз и к центру потянуть. Плечо опускаете максимально вниз. За плечо или за локоть. Хорошо. Руки вверх вытянули. Положили одну руку сбоку. Другая рука вверх. Обязательно вытянитесь за кончиками пальцев и только затем наклон. Не старайтесь глубже наклониться, старайтесь больше вытянуться. За пальцы. Получается скрутка от поясницы вверх. Мягко вернулись, положили другую руку, вытянулись за пальцами вверх и затем наклон мягкий. Обязательно тяните боковую поверхность и плечевой сустав. Центр вернулись. Хорошо. Руки перед собой. Вот таким образом. Сейчас максимально скользят руки вверх, сводим лопатки. И в исходное положение раскрыть. Еще раз. Вверх. И вниз. Отлично. Кладем руку сбоку, так же как в первый раз. И теперь диагональное натяжение от ладони. Рука идет назад. И посмотрите, пальцы загибаются назад. То есть мы полное раскрытие, в том числе и пальцами, плечевым суставом. Все раскрывается в диагональ и вверх. Смотрим в правый верхний угол. Хорошо. Теперь ладонь к себе обращена. Идем в другую сторону. И с круглой спиной скручиваемся в левый нижний угол. Хорошо. Еще раз. Раскрытие. Правый верхний угол. Ладонь к себе, левый нижний. Хорошо. Поменяли руки. Другая рука
левый верхний угол раскрытия. Тяните за пальцами. Раскрывайте все тело. И мягкое закрытие к себе. Скрытка. Правый нижний угол. Еще раз. Левый верхний. Раскрыли грудную клетку. Подышали несколько раз. И закрытие мягкое. Правый нижний угол. Круглая спина. Центр. Еще раз. Локти параллельно. Руки сводим вверху. Лопатки вместе. Лопатки в стороны. Теперь руки вместе. И мягкий наклон. Тоже через вытяжение. Не старайтесь глубоко наклониться. Вытянулись вверх. И затем мягкий-мягкий наклон. Здесь мы уже не скручиваемся, наклоняемся ровно. И на центр. Еще раз выросли вверх. И в сторону мягко вытягиваемся. На центр. Хорошо, отлично. Теперь пробуем разминать ноги потихоньку. Садимся вот таким образом. Одна нога вперед, другая нога сбоку. Загибаем ногу назад. Мягко наклонились чуть-чуть на центр. И поменяли. Динамическая растяжка. Мягко наклонились. Поменяли. И еще. Постарайтесь сделать так несколько раз на каждую сторону. И еще несколько раз. Последний. Отлично. Ложимся на спину. Колени к груди и перекаты на спине. Разминаем спину, расслабляем ее. Ложимся полностью, руки вытягиваем за голову. Руки перед собой. Аккуратно приподнимаемся. Позвонок за позвонком с круглой спиной. На центр. И затем с круглой спиной носки от себя подтянулись вперед. Теперь носки на себя. Садимся с прямой спиной, макушку вытягиваем вверх. Руки перед собой. И позвонок за позвонком с круглой спиной кладем себя на коврик.
расслабления. Еще раз, руки перед собой. Круглая спина. Приподнимаемся позвонок за позвонком. Сели ровно. Круглая спина вперед, носки от себя. Носки на себя, руки на голени или на бедра, спина прямая, вытянулась макушкой. И с круглой спиной ложимся позвонок за позвонком на коврик. И последний раз. Себя носки ровно спина и позвонок за позвонком ложимся вниз. Хорошо. Колено к груди, нога в колено в сторону. Положили. Колено к груди в сторону. Исходное положение. И повращаем таким образом бедро. Спеша, расслабленно. Хорошо. Теперь еще раз колено к груди. И влево-вправо поскручивайте поясницу и бедро. Отлично. Другая нога. Колено к груди. В сторону, в исходное. Груди, в сторону, в исходное. И повращаем. Влево-вправо. Теперь поскручивайте поясницу и таз. Хорошо. Возвращаем оба колена к груди, руки в стороны, ладони вниз и скручиваем сразу в одну сторону, центр, в другую сторону, центр. Продолжаем. В одну и в другую. Дышим спокойно, расслабленно. Если вы чувствуете болезненное ощущение, то делайте медленнее или придерживайте ноги руками. Хорошо, на центр. Ноги вверх. Опускаем мягко, медленно вниз. Еще. Опускаем медленно. Опустили. Еще раз к себе ноги. Подтягиваемся вверх. Ставим руку. И мягкая скрутка. Стараемся, чтобы спина была прямая, насколько это возможно. Хорошо. Центр. Вниз. В другую сторону мягкая скрутка. Центр, вниз. И сейчас мы будем делать это в динамике. В одну сторону, вниз, в другую сторону, вниз. Отлично, хорошо. Кладем ноги. Левая нога к себе, прижимаем колено к груди, берем себя за стопу, то есть я левой рукой беру себя изнутри наружу и мягко, медленно вытягиваем ногу в сторону, раскрываем тазобедренный сустав,
вторая нога лежит ровно. Стараемся также, чтобы у нас таз тоже лежал. Постарайтесь расслабиться в зоне таза, поясницы, так, чтобы у вас таз лег вниз. И, конечно же, задняя поверхность бедра расслабляется, и подколенное сухожилие. Здесь ничего не надо делать, просто лежим, расслабляемся. Можно дышать в область напряжения, таким образом чуть себя облегчая задачу. Отлично. Центр колена груди. Поменяли. Другая нога. Колено грудной клетки, ногу в сторону, изнутри наружу, и мягко вытянули. Раскрыли зону таза. Нога прямая. Дышим в область напряжения тела. Отлично. Колено груди. Вытянули ноги, расслабились, чуть полежали на спине. Ноги вместе. Приподнимаемся. И наклон к ногам. Сейчас будем делать долгое вытяжение. С круглой спиной наклоняемся. Стопы ровно, большие пальцы не закрываем, расслабляем спину. Здесь у нас вытягивается задняя поверхность бедра, ягодичная мышца, подколенное сухожилие и вся спина. Поясница, середина и область между лопаток. Также можно дополнительно расслабить шею. Здесь нет задачи дотянуться вниз. Просто расслабляйтесь. Хорошо. На центр. И теперь с прямой спиной. Положение похожее. Вытянулись вверх. И здесь у нас идет вытяжение. Основная задача – раскрыть спину. Хорошо. Левая нога сдвигается чуть влево. Правая стопа, пятка в пах. Или, если вам удобно, стопа на бедро. Вытягиваемся с прямой спиной, носок на себя, вытянулись до тех пор, пока у вас спина будет прямой. И макушечное вытяжение вверх. Натягиваем носок на себя, стопа стоит ровно, дышим и расслабляемся. И теперь с круглой спиной можно глубже пройти, носок от себя вытянуть.
логичный центр. Теперь, если левая нога у вас впереди, левое плечо вниз и правая рука сверху. Сначала вытягиваемся за пальцами больше. И затем чуть глубже вниз. Больше вытягиваем боковую поверхность и мышцы бедра. Заднюю поверхность бедра. Мягко развернулись вперед. Еще раз. Наклон вниз. Центр. Теперь стопа на бедро, согнули левую ногу, берем себя за левый носок и вытянули вверх, делаем баланс. Кладем левую ногу, колено вперед, стопа ровно, то есть образует 90 градусов. Кладем правую ногу сверху на левую. Здесь будьте аккуратны. Поначалу, скорее всего, получится вот такая поза, сместить стопу ближе. Если вы давно занимаетесь, можно стопу заводить за колено. Будьте здесь аккуратны, не спеша. Мягко кладем ноги в комфортное для вас положение и наклоняемся вперед. Почувствуйте, как тянутся ягодичные мышцы, раскрывается таз, тянутся бедра. Если больно в стопе, можно подложить что-то. Если вам совсем все хорошо, руки за спину в замок и наклон вниз. Мягко выше. Ноги в исходное положение, встряхнули чуть. Теперь правая нога идет вперед, левая пятка в пах или стопа на бедро. И с прямой спиной наклоняемся вдоль ноги. Носок на себя, вытягиваемся макушкой. Круглой спиной носок от себя, можно глубже наклониться вниз. Хорошо. Центр. Теперь, если у вас правая нога, правое плечо вниз и вытянуться за пальцами. Смотрим вверх. И теперь можно чуть глубже плечо вниз и уже с круглой спиной раскрытие.
растягиваем заднюю поверхность бедра и область ребер. Хорошо. Центр. Еще раз потянулись с прямой спины. Отлично. Стопа на бедро. Аккуратно с коленом, сильно не давите. Все очень мягко делаем. Ловим стопу, ногу вверх. Держим баланс. Стопу, как в предыдущем варианте, 90 градусов, другую ногу сверху. И мягко, аккуратно наклоняемся вперед. Не надо сильно далеко заводить ногу, если не получается. Можно ближе к центру сдвигать. И мягкий наклон. Стараемся выровнять дыхание в этой позиции, расслабить все тело. И пробуем руки за спину. За ногу. Отлично. Центр. Стряхнули ноги. Хорошо. Кладем ноги вперед. Руки максимально отводим назад. Сгибаем в локтевых суставах. И погружаемся больше в область плечевых суставов. И если получается, расслабляем дополнительно шею, запрокидывая голову. Хорошо, отлично. Левое колено вперед. Правое колено над левым. Упражнение называется «Голова коровы». Садимся так, чтобы у нас таз полностью, ягодицы лежали на полу. И затем с прямой спиной наклоняемся перед собой вниз. К нижнему колену наклон. Здесь вы не только вперед наклоняетесь, но еще и таз тянете назад и вниз. Отлично. Поменяли ноги. Другое колено вперед. Колено над коленом. И наклон к нижнему колену вниз. Заметьте, стопа, мы не сидим на стопе, стопа у нас сбоку. И таз ровно. Опускаемся глубже вниз. Старайтесь спину оставить прямой. Садимся с прямой спиной и мягко поскручивайтесь влево-вправо, снять излишнее напряжение с поясницы.
хорошо. И в одном из скротов постарайтесь чуть глубже уйти назад. Спина прямая. Здесь очень мягко работаем. Дышим в область напряжения. Отлично. И в другую сторону. Отлично. Наклоняемся вперед. Теперь разводим ноги широко. Наклоняемся вперед перед собой. Также старайтесь, чтобы спина была прямая. Раскрываем заднюю поверхность бедра. Для этого натягиваем носки на себя. Подколенное сухожилие также можно вытянуть. И постарайтесь быть неподвижными в этой позиции. Ощущайте, как растягивается задняя поверхность бедра. Закрываем глаза и дышим в область напряжения. Один из тех моментов, когда стоит не двигаться. Наблюдаем за телом. Теперь вдоль ноги, в любую сторону, вытяжение. Точно так же старайтесь ноги не двигать. Вдоль ноги вытянулись. Спина прямая по возможности. Подколенное сухожилие натянуто. В другую сторону вытянулись. Хорошо. Теперь очень мягко сводим ноги в бабочку, не спеша. Если у вас спина остается прямой, то можно раскрывать тазобедренный сустав. То есть мягко, не спешим. Не нужно нажимать сильно в надежде, что что-то произойдет. Просто расслабьтесь. Наша задача – почувствовать тело и понаблюдать за своими ощущениями. Хорошо.
Теперь у кого получается, можно чуть глубже пройти в наклон. И у кого еще получается, пробуем балансировать на боковых поверхностях. Так как у нас ноги вместе, мы сводим ноги и держим баланс. И если совсем вам легко, руки сводите за спиной и вверх за голову. Выбирайте для себя приемлемый вариант. Хорошо, отлично. Теперь сводим колени вместе. Отталкиваем ноги от себя. С усилием. И еще раз наклоняемся вперед. Хорошо. Теперь колени. Таз на пятке. Поза ребенка. Руки вытянули перед собой. Руки на ширине плеч. И мягко вытянули за ладони. Левая ладонь уходит на правую и чуть в диагональ потянуться. Теперь левую ладонь оставляем, а правую руку под плечом влево. Получается скрутка. Мы вытягиваемся и в диагональ, и в сторону. Вернулись в исходное положение, руки перед собой. И теперь правая ладонь в диагональ вытягиваемся. Правая на левую. Правую ладонь оставляем, левая рука под плечом в сторону. Скрутка. Отлично. И центр. Ложимся на спину. Небольшое расслабление. Закрываем глаза. Руки вдоль тела, ладонями вверх. Следуйте за моим голосом, путешествуя по телу, шавасана, расслабление, почувствуйте, как все ваше тело, от кончиков пальцев до макушки расслабляется. Можете представить, что вы в каком-то вашем любимом месте находитесь. Может быть, на отдыхе, на природе. Почувствуйте ваше любимое место для расслабления. Представьте его. Возможно, это место, залитое солнцем. Может быть, хлопья снега падает сверху. Может быть, это около реки или в горах. Как вам больше нравится любая картинка? Почувствуйте, как все тело расслабляется, как бы стекая вниз. Освобождается от напряжения, освобождается от лишних мыслей и эмоций. В
вы становитесь более чистыми в восприятии. Чувствуете себя лучше и лучше с каждым днем, занимаясь практикой. Чувствуете, что каждый наш день, каждое прожитое мгновение – это подарок. Мы используем его полностью. Ощущение гармонии внутри и снаружи. Если мы гармоничны, если у нас все хорошо, то мы сеем вокруг только приятные ощущения. И все, кто нас окружает, также расслабляются, улыбаются. Представьте, что вы делитесь со своими близкими и родными частью этой практики, своим расслаблением, своим спокойствием. Хорошо. Начинаем мягко двигать пальцами рук и ног. Вращаем кисти и стопы в одну сторону, в другую сторону. Подтягиваем правое колено к грудной клетке. Кладем стопу на бедро, а колено с левой стороны. Мягкая скрутка. Правая рука вправо, ладонью вниз. Несколько глубоких вдохов, выдохов. На центр. И в другую сторону симметричная скрутка колена к грудной клетке, стопа на бедро. Левая рука влево, ладонью вниз. Несколько глубоких вдохов и выдохов. На центр. Мы садимся с прямой спиной. Мягко двигаем телом, наблюдаем за собой. Руки через стороны вверх. Потянулись, улыбнулись. Ощутили радость, гармонию. Хорошее настроение на целый день. И ладонью сердца. Глубокий вдох, глубокий выдох. Спасибо вам за практику. А лучшей благодарностью будут ваши комментарии. Спасибо вам. Хорошего дня.